Заботиться о своем здоровье никогда не поздно. А чтобы это было более удобно, специалисты Красного Креста и территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района в одном месте организовали своеобразный профилактический осмотр людей серебряного возраста, который провели врачи различных профильных направлений. С 1 октября по 16 ноября стартовала в Республике Беларусь республиканская благотворительная акция «Ваша допомога», которую проводит Белорусский Красный Крест. Она направлена на оказание помощи и поддержки пожилых людей, людей с инвалидностью. И поэтому мы проводим очень много благотворительных мероприятий. И сегодня мы проводим информационную такую профилактическую акцию «Доктор рядом». Это мы уже проводим второй раз. Организована работа врачей, как вы смотрите, эндокринолога, кардиолога, врача общей практики. И также будет медицинская сестра милосердия службы допомоги Белорусского Красного Креста. Желающих получить рекомендации врача, измерить свой рост и вес, артериальное давление и сдать анализ крови, который точно покажет, есть ли сбои в организме, было достаточно. Ведь сегодня любой врач, который присутствует на акции, может уделить больше времени каждому пациенту. И что самое главное, не придется сидеть в очереди у кабинета врача. Все быстро, индивидуально, а самое главное, качественно. Наталья Ильяшевич узнала о такой замечательной акции и решила не терять возможности. Я попала сюда случайно, просто вот увидела, что такая акция проводится, и решила принять участие. Попала к фельдшеру-лаборанту, измерила сахар. Сахар у меня хороший. И хочу, значит, пошла к терапевту, получила очень хорошие ответы на свои вопросы, которые меня интересовали. Ну, еще хочу получить консультацию кардиолога. Спасибо большое за то, что организовали такое мероприятие. Это очень, очень хорошо. Слушателям это очень интересно, потому что не каждый раз удается попасть в поликлинику и к специалистам узких направленности тоже часто бывают очереди, поэтому я считаю, что это достаточно такая хорошая акция. Я рассчитываю, что эта акция будет продолжаться и последующие годы. Сотрудники Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой помощи, показали, как помочь человеку без сознания, а слушатели закрепили информацию не только теоретически, но и практически. Локти не сгибаются, делаем 30 нажатий, примерно на глубину 7 сантиметров, здесь будет щелчок. Сегодня обладатели золотых лет в центре внимания. Представители городской организации Красного Креста подарили пожилым людям немного радости и тепла. Берегите самое драгоценное – свое здоровье. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста.